Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по майнеру SnapMiner. Вчера я зашла в него и закинула $1. Можно начинать абсолютно без вложений работать, так как дается бонус на мощность. Набираем минималку и ставим на вывод. Минимальный вывод отсюда 10 центов. Что я хочу сделать сегодня? Так, это проверить этот майнер, естественно, на вывод. Давайте нажмем вывести. Я как раз на балансе 10 центов. Кошелек у меня прописан. Ставим 0.10. Нажимаю выплатить. Выплата произведена. Окей. Переходим на Pair. Я перезагружаю. И, ну, Pair у нас берет комиссию, как всегда. Выплата с проекта SnapMiner. 8 сентября. Перевод выполнен. 9 центов, пожалуйста. Все замечательно. Платят. Также можно наращивать скорость из заработанных денежных средств на реинвест. Если бы я не выводила, то можно поставить сюда точку 0, например, да, вот у меня 10 центов, и реинвестировать, и плюс 10% скорости. Давайте зайдем на главную страничку, посмотрим. Значит, как я уже говорила, старт 6 числа был. И обратите внимание, уже народу прибавилось. Я заходила, было не помню сколько, то ли 400 с чем-то. Как-то так. Ну, вроде, не помню, то или 500. Вот. Ну, народ добавляется, конечно. Ну, здесь вот эту информацию уже, друзья, сами все прочтете. Вот. И вот, смотрите, вывод, опять же, здесь последние операции. Вот, 3490. И вот это вот мой вывод. 10 центов. Вот. Ну, в принципе, все замечательно. Будем надеяться, что администратор даст нам подзаработать на порядочность и честность администратора, и майнер проработает как можно дольше. Всем удачи, всем пока.